себе обосноваться где-то на одном месте и построить какую-то карьеру, рост? Я бы ответила на этот вопрос «да», но не сейчас. Я воспринимаю в жизни события открыто. То есть я не стараюсь сейчас загоняться по поводу того, где я обитаю, почему я обитаю здесь, почему я не ищу себе место, которое мне будет ближе. Потому что я понимаю, что это было бы слишком просто сейчас, и если я не нахожу в душе ответ, отклик, значит, еще не время. Вот опять же, возвращаясь к вопросу об образовании, да, не жалели о том, что я была экологом. Всему свое время, правда. Благо мы живем в таком обществе сейчас, в современном мире, что есть возможность подождать, есть возможность выбрать, есть возможность не торопиться. Я очень этому рада, что мы можем отойти от стереотипов, которые были из советского периода. Хорошо. А что ты уже достигла и сделала к своим 24 годам? Да, мне сейчас 24. Мне хочется какую-то промежуточную подвести черту событиям, которые произошли за эти 24 года моей жизни. Отвечая на этот вопрос, что же я сделала с 24 года, я научилась распределять приоритеты. Я научилась организовывать и направлять людей. Я обрела уверенность. Я поняла, что танцы — это тот путь, который будет всегда со мной, вне зависимости от того, я буду находиться в возрасте и на каком этапе. Это всегда будет частью меня. Я научилась трансформировать. У меня был свой шоу-балет, даже, представляете? Шоу-балет «Миндаль». И все вот эти вот вещи, которые мы делали с этим шоу-балетом, начиная от пиар-акций, заканчивая построением номеров и каких-то вещей, они, безусловно, научили через труд, да, добиваться своих целей. То есть это шоу-балет был нестандартным в том плане, что там были девчонки, которые невысокого роста, то есть они были такие же, как я, но именно в этом бизнесе всегда ценились высокие киноноги. И, наверное, эта цель, принцип того, что вот мы такие уникальные, маленькие, и цените нас, да, вот, наверное, этот принцип мы и искали в этом шоу-балете. Я трансформировала этот шоу-балет в классический театр, я поставила 3 спектакля. Это очень сложно в это поверить, но был период, когда меня это интересовало, и, в принципе, меня сейчас это интересует. Но поскольку моя деятельность занята блогом, очень сложно сейчас распыляться на разные сферы. Я начала развивать и все еще развиваю вок-культуру. Я понимаю, что даже если я перестану этим заниматься, есть люди, которые это поддержат, и это уже для меня достижение, это уже для меня гордость, поскольку правильная была почва, правильный был посыл, и это здорово. Я создала свой первый дом с House of Ferre на Урале, это вообще тоже такое достижение, потому что когда я начинала развивать ВОК, когда я сама начала танцевать ВОК, не было никого рядом, и мне всегда хотелось какую-то фэймовую поддержку. То есть людей, которые не будут стоять на балу и просто смотреть на тебя, а людей, которые будут кричать и радоваться твоим победам, которые будут вместе развивать с тобой одну и ту же идеологию. Я считаю, что для 24 лет это очень такая большая победа. Я поставила свой первый шоу, фэшн-шоу проект. Я начала работать с дизайнерами, я потихонечку начала углубляться в фэшн-индустрию. То есть 25 годам я проделала путь от танцев на плотинке до андеграунда. Этот путь включал в себя профессиональный ретрит народных танцев, классики, модерн, да, в контемпори. Этот путь включал в себя вок, различные уличные стили. То есть я могу сказать, что за 24 года, в принципе, я в танцевальной сфере много чего попробовала уже. И это о многом говорит, то есть я понимаю, например, что мне нравится, что не нравится. То есть следующую декаду своей жизни я понимаю, чего я хотела. Ну и, конечно, я ценю то, что я посетила уже такое количество стран, такое количество мест в жизни, что я могу понимать людей с разными
мировоззрениями и с разным опытом жизни. Наверное, если из перечисленного, наверное, это все. Не хочется как-то много хвалиться, просто хочется рассказать действительно, что из всего этого принесло мне ценность. То есть, что привело меня к тому, кем я сейчас являюсь.